Добрый день. 15 лет я занимаюсь бизнесом, 16-й год, можно сказать, сетевым. И всегда я мечтал о том, чтобы создать систему. Создать такой механизм ведения бизнеса, такой комплекс инструментов, материалов, подходов. Короче говоря, систему, которая позволяла бы, ну, если не автоматизировать бизнес, что невозможно, конечно, то хотя бы разгрузить рядового дистрибьютора от выполнения черновой работы, которая зачастую отвращает и убивает энтузиазм. Чтобы система была выстроена так, чтобы человек, потенциальный кандидат, попадая в нее, двигался бы как по конвейеру информационному и созревал. Дозревал. Одни бы отпадали, а другие бы дозревали и вступали бы в бизнес и начинали делать то же самое. Мечта моя хрустальная. И вот сейчас мне, полагаю, это удалось. Практически, ну, самым существенным образом продвинуться в этом направлении. Потому что сейчас бизнес, который я веду, у меня работает, ну, в полуавтомате, стопроцентно. Вот за 2 месяца и 20 дней я создал команду более 1000 человек, 1100 человек, которая растет со страшной скоростью. В первый месяц 200, второй 400, в третий вот сейчас по расчетам 800, в следующем месяце 1600 и так далее, добавляется новых партнеров. А каждый партнер — это уже сила, тем более, что они в системе. Это уже приносит приличные деньги, и вообще все развивается стремительно. И это очень радует. И я-то, собственно, не об этом сейчас хочу говорить. Я хочу говорить о дистрибьюторах и о их поведении. У меня есть 2 человека среди этих 1000 людей, 1000 с лишним, о которых я хочу сказать. Девушка и парень. Девушка делает точно то, что я говорю. Она не совсем понимает всю глубину и силу этой системы. Просто у нее нет опыта, и она не способна просто сейчас на данном этапе понять всю идеологию этого подхода. Но тем не менее она имеет очень хорошее качество. Она делает то, что я говорю, и у нее очень хороший результат. Я ей говорю, Маша, твоя задача наполнять систему людьми. Ну представь, что это у тебя фабрика. Твой бизнес – это фабрика. И ты отвечаешь за производство готовой продукции. За выпуск новых партнеров, дистрибьюторов и клиентов. Для того, чтобы это происходило, тебе нужно в технологическую цепочку, в цех, там, где оборудование стоит, сырье поставить.